Река Большая Калиновка, которая едва не вышла из берегов, напугала жителей Богдановического района. Видео появилось в интернете накануне. Уровень воды действительно заметно поднялся. Это село Троицкое. Огороды частично затоплены. Только вот местные проблемы в этом не видят. Под солнышком все уйдет обратно. Никаких затопов нет. Так что все нормально. Это все естественное природное явление. На кадры с затопленными огородами быстро отреагировала администрация Богдановического района. Оказалось, что эти самые огороды вблизи берега были разбиты жителями самостоятельно, а земля здесь не предназначена для строительства и аграрных работ. Плотина 3 года находилась в ремонте. Из-за ее неисправности уровень воды был снижен. В прошлом году ремонтные работы закончились, и затворы встали на место. В результате река и пришла в огороды. В администрации района говорят, что теперь вода находится на уровне проектных отметок. Поэтому сейчас просто все вошло в те нормы, как оно должно быть, собственно, для чего ремонт и производился. Поэтому я особых проблем здесь как бы не вижу. Это просто, наверное, некая... Ну, люди отвыкли, наверное, от полноводных каких-то периодов и от того, что все-таки река встала в то русло, в каком она должна быть. По словам чиновника, с жителями Троицкого уже провели разъяснительную беседу. Кстати, видео, которое вызвало большой резонанс, снимали как раз с целью показать результат ремонта плотины. Евгений Алексеев, Сергей Чайков, события ОТВ.